В предыдущем модуле мы подробно рассмотрели реляционную модель данных и сказали, что она оперирует сущностями отношения и ограничений целостности. Теперь мы понимаем, что для того, чтобы спроектировать какую-либо предметную область, спроецировать ее в виде базы данных, нам необходимо было бы создать набор отношений и определить ограничения целостности первичного внешнего ключа для этих отношений. При этом понятно, что для а, реальных предметных областей набор отношений и а, связь и ограничения а, целостности на этих отношениях будут достаточно сложными. То есть, если мы говорим о а, даже, может быть, не самой сложной предметной области, например, о а, проектировании базы данных какого-либо магазина, мы легко можем а, спроектировать базу данных, состоящую из нескольких десятков таблиц ну или отношений. Таким образом, мы получаем некую структуру, которая не всегда проста в понимании. И самое главное, что отображение предметной области в виде набора отношений немножко маскирует семантику. Да? То есть мы не всегда понимаем, какая конкретная сущность является, представляется каким отношением и каким образом они в реальности связаны друг с другом. И поэтому для, для цели проектирования использование схем отношений не всегда является удобным, а во многих случаях ну, практически невозможно. При этом отсутствие каких-то формальных правил преобразования ограничений или объектов предметных областей в отношении реляционной модели также усложняет задачу проектировщика. Ну и сопутствующая проблема, что не всегда можно однозначно отделить сущность, да, которая будет представлена в отношении, от некоторых связей. Об этом мы тоже немножко поговорим подробнее на примерах. Отсюда сделать можно довольно несложный вывод о том, что хотелось бы иметь некоторые модели представления данных, такие, которые лучше бы передавали семантику и проектировщику было бы удобнее оперировать терминами этих моделей для того, чтобы спроектировать базу данных какой-то выбранной предметной области. Ну, очевидно, такие модели были созданы, и мы о них немножко поговорим на примере модели сущность-связь.